Привет! В небольшой серии видео я буду рассказывать, как вы можете расширить возможности Genesis Live, инструмента для записи глубин в реальном времени на эхолотах Лоренс, при помощи программки Genesis Live Tool. Для чего это может быть нужно? Первое. Вы хотите объединить ваши глубины с данными друзей или ваши записи хранятся на нескольких SD-картах, и их нужно объединить. Второе. Вам нужно обработать данные Genesis в других программах. Третье. Вы хотите, чтобы глубины ваших или чужих лог-файлов рисовались на карте Genesis. Четвертое. Добавить возможность учета береговой линии в Genesis, что существенно улучшит читаемость и внешний вид карты, сделает ваше передвижение по водоему безопаснее. Программу я изначально делал для себя и распространяю ее бесплатно. Скачать можно по ссылке под видео. Конкретно в этом видео научимся сливать воедино разные записи Genesis, например, ваши и вашего друга. Скачиваем данные Genesis с эхолота на компьютер в папку с программой. Заходим в Memory Card. Папка с данными Genesis, Genesis Live, копируем ее. Скопировалось. Переименую папку в Genesis Live My. Окей, теперь скопирую данные моего друга, которые он мне прислал. Назову Genesis Live Alex. Если я сейчас попытаюсь объединить две папки, меня ждет неудача. Одни файлы просто перепишут другие, и вы потеряете часть данных. Чтобы этого не случилось, выполню три простых шага. Шаг первый. Запускаем программу. Преобразуем из формата Genesis читабельный формат CSV или TXT. Нажимаем первую кнопку. Выбираем нашу папку. Genesis Live My. Окей. Сохраняем получившийся файл в ту же папку. Назову My. Сохранить. Файл появился. Общее количество точек. Теперь проделаю то же самое со второй папкой. Genesis Live Alex. Назову файл Alex. Готово. Программу можно пока закрыть. Шаг второй. У меня есть два файла CSV, которые я просто объединю с помощью копирования вставки в блокноте. Берем первый файл. Открыть с помощью блокнот. Выделить все. Копировать. Открываю второй файл. Иду в самый конец. И сюда просто вставляю. Файл сохранить как? Назову его my плюс Alex. CSV. Сохранить. Отлично. Осталось преобразовать полученный CSV обратно в формат Genesis и отправить на мое устройство. Снова запускаем программу. Выбираем пункт CSV to Genesis. Файл объединенный. Программа достаточно быстро отрабатывает. Результат у нас складывается в папку Genesis Live Out. Теперь возвращаюсь на свое устройство, удаляю старую папку, в которой только мои данные, и копирую новую, объединенную. Главное не забыть ее переименовать в Genesis Live, иначе прибор не увидит. Все, можно пользоваться.